Темпы падения розничных цен в Греции немного замедлились. В феврале дефляция составила 2,2% годовых против 2,8% по итогам января. В среднем по зоне евро этот показатель составляет 0,3%. В страны валютного блока в целом дефляция пришла лишь в конце прошлого года на фоне резкого снижения мировых цен на нефть и замедления роста экономики. Но в Греции, которая больше других членов Евросоюза пострадала от экономического кризиса и его последствий, цены и зарплаты сокращаются уже 24 месяца подряд.